50 километрах от Хабаровска, в полутора часах на метеории, на правом берегу Амура, китайский городок Фуянь. И рядом, получается, напротив нашего фиксира, заповедник. Охраняются перелетные птицы и лотос. А его здесь много. Правда, сейчас не сезон, поздно, уже почти конец сентября. Над озером построена тропа, а по факту деревянный настил шириной 2 метра, 30 сантиметров над водой, длиной 3 километра. Периодически встречающие на русском языке тоже щиты с информацией. Вот такие искусственные треноги ставятся около сотни, чтобы на них селились аисты. А в середине тропы грандиозная обзорная площадка. Будете летом в Фуяне, посетите эти места, полюбуйтесь лотосом.